Здравствуйте, дорогие мои! Наступает апрель, и значит снова стартует ежегодная премия лучших проектов в области внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. Интерком-2015. Мы в шестой раз собираем лучшие проекты из России и стран СНГ и предлагаем вам включиться в эту увлекательную гонку, чтобы в октябре узнать, кто же делает самые лучшие, самые интересные, самые классные проекты по внутренним коммуникациям в нашей стране. У нас 6 номинаций, каждый из которых позволит вам наилучшим образом показать ваш проект, то, что вы сделали в вашей компании. Подготовьте презентацию, расскажите о том, как вы жили, как вы творили, как вы придумывали. И не забудьте рассказать о результатах. Пришлите презентацию к нам, и мы передадим ее компетентному, уважаемому жюри. Судейство будет происходить по традиции в сентябре и начале октября. И уже в середине осени мы опубликуем списки лучших. Участие бесплатно, и вы получите возможность не только рассказать о том, что сделали сами, но и познакомиться с другими замечательными проектами. Прийти на презентацию, на марафон победителей нашей премии и узнать, как же стать такими же успешными и эффективными специалистами по внутренним коммуникациям. Итак, премия «Интерком-2015». Мы ждем ваши проекты. Торопитесь, присылайте.